Всем привет, это Кононова Аня и видео по новинкам 13-го каталога, часть 3-я, да, то есть спорт глам мне пришел, могу его еще так просто вам, наверное, снять, показать, но пока вот только могу показать чехлы, потому что большинство одежды все-таки дочке заказала, дочки пока нет на месте, вот, дочка уехала к бабушке в сад, в огород и так далее. Итак, во-первых, это чехол для хранения, вот, кстати, не подготовилась. Не поняла, где тут артикул. А, вот, ну вот, смотрите, да, то есть чехол для хранения. Так, фокусируйся. Артикул 115-63. Значит, его размеры, так, тут они не указаны. А, нет, вот есть 60 на 50 на 25 сантиметров размеры. Так, материал тут идет спанбонд ПВХ. Ну, так-то ничего, такая расцветочка прикольная, да, то есть чехол для хранения изготовлен из высококачественного нетканого материала, позволяя воздуху проникать внутрь, но не пропускает пыль. Прозрачная вставка позволяет видеть содержимое чехла. Для удобства в использовании по бокам чехла имеются ручки. Угу. Вот такая вот вещь. Что я вам могу сказать? Еще закажу таких себе чехольчиков, потому что у меня есть шубы, платья, и они, в принципе, самое то. Так, это задняя часть чехла. Очень такая большая. Да, вот она ткань. Интересная такая грубая ткань, да, не могу ее описать. Но вот этот, наверное, спанбонд. Вот, а это лицевая часть. Он реально огромный. Огромнейший просто, да, то есть во какой огромный. У меня еще тут целая свалка продукции, как вы видите. Вот огромный просто чехол, как вы видите, длиннющий. Тут есть молния, все есть. Мне он понравился, я прям одобряю, потому что иногда чехлы они на самом деле нужны. Вот. Вот сюда вешается на плечики, значит, под плечики есть место. И вот такая вот длинная молния, да, тут будет видно, что висит у нас, чтобы не расстегивать, не проверять. Это тоже очень удобно. И вот тут вот, когда молния оканчивается, она до конца не расстегивается у нас с вами. И этот чехол, он идет низ у него, да, то есть какое-то длинное крутое платье вы туда не засунете, к сожалению, да, то есть он сшит. Но я думаю, что если вам захочется, то вы можете это дело просто обрезать, обметать и нормально им пользоваться, если вам нужно именно какое-то длинное платье. Очень такой красивый рисунок, классный рисунок. Вещь мне понравилась, прям одобряю, одобряю. И, если честно, я прям удивлена, что компания Faberlic думает об этом. Ну, в принципе, давно пора, потому что одежда выпускается, а чехлов для хранения одежды нету. Да, вот такие вот штучки. Далее, очень, кстати, к месту. Это я сейчас сарказмом таким занималась, потому что лучше бы это сделали осенью. Вот, потому что такие штуки я покупала в магазине. Значит, это пакет вакуумный для хранения. Артикул 115-53. Есть огромные пакеты, да, вот те очень большие. А эти поменьше 40 на 60. Значит, 40 на 60, артикул 15-53. Материал идет полиэтилен и пластик. Вот, значит... Смотрим с вами такие вот пакетики. Значит, открываете, да, то есть тут типа зипа идет. Открываете, складываете, что нужно. Закрываете. Так, минутку. Ага, вот таким вот образом закрываете. Вот, да, то есть эта штучка снимается, одевается, как я понимаю. Два раза ее выдрала. Ну, при вас первый раз распечатываю. Вот, и тут вот, значит, этот клапан откручивается, вы надавляете на вещь и потом закручиваете его, когда выпускаете воздух. В принципе, вещь, она для всего, для курточек, для плащей, для переездов, да, то есть, ну, удобная штучка. Я такие беру на осень, когда курточку стираем,
и потом мы ее сушим на балконе, да, после этого, конечно, хочется, чтобы курточка была в целости, сохранности, и вот такие вещи в курточку, да, но также у нас бывают всякие разные плащи и так далее, и вот этот точно такой же, только очень большой, 60 на 80, это уже на какую-то объемную зимнюю, может быть, куртку, пуховик, что-то такое, вот, да, какой-то, может быть, танкер, вот, артикул 115-54. Вещи очень нужные в дом. Заказала по две штуки, потому что все-таки нас много. Но надо было, наверное, по три штуки заказать, потому что у нас же еще есть и младшая дочь, и старшая дочь. Вообще надо было 4. Вот. Итак, далее. Вот такой вот органайзер комбинированный. Вот его уменьшенная картиночка. Вот, значит, артикул у него идет 115-58. Значит, размер у него идет 7 на 8,5 сантиметров. Так, тут идет 15 ячеек, 10 маленьких. Так, 10 маленьких и 5 средних. Вот, значит, также написано, что он изготовлен из этого же самого нетканого материала высококачественного, который обеспечивает естественную вентиляцию, позволяя воздуху проникать внутрь, но не пропускает пыль. Вставки из плотного картона хорошо держат форму. Органайзер очень удобный в использовании. Ну, на самом деле, даже засунуть его, извиняюсь за сленг, да, то есть засунуть его в шкаф, под нижнее белье, под носочки, что-то вот такое вот, да, то есть как раз, да, вот, мне кажется, очень удобно, когда вещи в порядке. Тут также есть ручка, можно брать его, и он складывается, раскладывается, то есть если он вам вдруг стал не нужен, или вы куда-то переезжаете, да, то есть или вам куда-то что-то нужно взять с собой, да, то есть он вот таким вот образом складывается, и все. То есть это вовнутрь сложили, то есть он много места не занимает. Значит, ручка тут с одной стороны. То есть вещь, в принципе, классная, а в доме всегда пригодится. Вот такая вот штукенция. Удивилась я, конечно, таким новинкам. Такие новинки я не ожидала. Вот, далее идет такая вот прикольная мини-версия. Заказала все, потому что интересно мне было. Тоже с ручкой, да, как вы видите, он легкий, ручка крепкая, очень хорошо пошита, нигде никаких ниточек не торчит ни на одном. Вот, также складывается, раскладывается, то есть тут как бы с ним проблем вообще нисколько нету. Пришел он в таком вот пакетике. То есть даже в подарок подарите, то будет здорово. Так, где-то он у меня, дайте я его соберу. Замочек односторонний, пластмассовый. Да, вот такая вот интересная штучка. Вот, значит, это у нас идет, он идет 9 на 8,5 сантиметров. Тут идет 8 ячеек. Артикул 115-56. Все то же самое. Аннотация к нему. Вот. Просто он идет как маленький. Далее. Вот такой вот очень интересный органайзер. Большой. Да, ага, тут еще идет вот эта вот штучка, да, в составе. То есть вот такой вот он. Да, то есть эти... Так вот просто берутся прослоечки. Ага. Так, значит, аннотация его. Да, то есть вот таким вот образом они могут стоять, я так понимаю. Вот он так выглядит ровненько. А на самом деле вот они все упали. Но если сюда что-то складывать, то в принципе, мне кажется, это не столь суть важно. Но вот... Вот видите как, да, вот так вот. Значит, артикул 115-57. Так, тут идет 7 больших ячеек. Угу. Так, 5 на 35. Вот, также написано, что очень удобен в использовании. При необходимости его можно сложить. То есть, то же самое он складывается вот таким вот образом. Да, то есть, вот так вот. И вот так вот. Да, то есть. Вот, и все. Ну, в принципе, почти что так он мне и пришел. Тоже есть ручка. Очень такие интересные, кстати, новинки.
Неожиданно, конечно, да. Ну вот, в принципе, я вам показала еще одну партию новиночек. С вами была Кулнова Аня. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Скоро будет Glam Sport коллекция. И еще я заказала кружевное платье из коллекции предыдущей. Так, забыла, как она называется, если честно, прошу прощения. Да, то есть вот сейчас я вам его покажу, потом на камеру померю, когда буду уже Sport Glam презентовать, вам рассказывать, да, про него. То есть такое вот платье, сзади замочек, оно не просвечивает, длина нормальная для меня, чуть ниже коленочки. Вот, кружево отличного качественного качества. Это платье стоит таких денег, в магазине оно даже может быть дороже. Рукава длинные, мне длина отлично подошла. Вот, для высоких дам, мне кажется, что будет немножечко, наверное, рукав короток. Вот мне так кажется. Далее, единственное, что меня смущало при заказе, вот этот вот воротник непонятный, да. Сейчас я его вам увеличу. Вот этот вот непонятный воротник. Но он, как вы видите, отстегивается. И никаких проблем нету. Он тут на одной ниточке, которая даже не будет заметна, если вы его как бы уберете. Да? То есть тут вот обрезается. Просто вот тут вот обрезать, ниточку достать. И вот этот вот воротник, если он вам не нравится, убрать. Воротник, конечно, крутой. Вот, таким образом тут все нашито, но он мне не нужен, это 100%. Это платье носить одно удовольствие, оно очень хорошо смотрится, оно великолепного качества. Да, вот это у нас идет подол, да, то есть вот такое вот платьишко, клевое. Так, состав у этого платья, значит, идет, так, где состав? Так, так, 60 хлопок, 40 нейлон и подкладка 100% полиэстер. Подкладка тянется, очень хорошо тянется. Само кружево, оно так хорошо не тянется, как подкладка. Подклад больше тянется. Ну и как за ним ухаживать? Да, то есть вот я вам сейчас сфокусирую. Если хотите, ставьте на паузу, читайте. Ну, обычный уход, деликатная стирка и так далее. Да, то есть очень мне понравилось это платье. Буду с удовольствием его носить. Цвет приятный. Я думала, знаете, что оно мне будет темновато, еще что-то. Но цвет очень такой приятный, классный и очень даже ничего. Рукавчики просвечивают. Очень хорошо на мне село. Все недостатки куда-то сразу ушли. Я сразу стала такая стройная. Животика не видно, ничего не видно. Это, конечно, классно. Оно немножко потемнее, чем на камеру. Вот у него такой вот цвет. Вот такой вживую. То есть это просто свет так упал, что оно такое яркое. Но на самом деле такое насыщенное бордовое платье. Вот, я сомневалась, потому что я светленькая. Я думала, подойдет оно мне или не подойдет такой цвет. Ну, знаете, мне все прямо все похвалили и сказали, что очень мне хорошо. Вот такая вот новинка. Ну что ж, всем пока. До встречи с вами в новых видео. Рада была быть вам полезной и рассказать про новиночки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии.